школа номер 6 имени Козьмы Минина в этом году примет 1300 учеников. К новому учебному году там частично отремонтировали столовую, буфет, потолки. Один класс оборудован специально для эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды в школах. Проект стартует 1 сентября этого года. Эта программа лишь часть глобальной работы по нацпроекту образования, позволяющей расширить доступ учащихся к качественным программам обучения. Также в этом году мы попали в программу «Успех каждого ребенка». Сейчас идет поставка оборудования. Мы приобрели уже, вернее, получили оборудование очень интересное, такое как, например, большое количество робототехники, лазерные станки, 3D-принтеры, 3D-сканеры, для художественного творчества 12 мольбертов, хорошую мебель для двух кабинетов, два интерактивных комплекса уже в школе находятся. Да, еще мы ждем поставки гончарных станков. Ученики Липовской школы с нового учебного года будут больше заниматься спортом на новой площадке. А еще в новом году сюда придут учиться 14 первоклассников. К новому учебному году мы готовы. Ждем наших первоклассников. Им отремонтирован прекрасный кабинет. Все созданы условия, поэтому мы их ждем. И надеемся, что у них все получится. Проведен большой пласт работы. Мне очень понравилось, что отремонтированы классы, отремонтированы пищеблоки, столовые для детей, подготовлены новые классы для первоклассников, подготовлены новые классы по различным общеобразовательным программам. Специалисты осмотрели не только внешний вид классов и их оснащение, но и оценили готовность к отопительному сезону и пожарную безопасность. Никаких недочетов не выявлено. Юлия Калинина, «Время новостей».